Доброго времени суток. Как вы уже догадались, я нахожусь на даче. Наверное, не самое удачное время, конечно, выбрал, чтобы сюда съездить. Но надо было привезти подарки для мышей. Ну и посмотреть, что у нас за обстановка наблюдается. Снега намело сантиметров 15, старый уже растаял, это все практически новый снег. Кстати, снег лепится. Вот вчера уже успел слепить сноумена довольно удачно. Снегопад продолжается, и одна из моих задач была посмотреть, что творится у меня в саду. Я посадил новые саженцы. И некоторые из них закрыл на зиму от мышей, некоторые нет. От мышей-то я закрыл, а вот от зайцев как-то не решился. Ну и вот к чему это привело. Примерно в таком вот виде я обнаружил деревца, когда приехал. Вот видите, кору погрызли основательно, почти без каких-то прорехов. То есть вся вот эта вот верхушечка уже, к сожалению, погибла. На всякий случай я низ огородил от мышей. Ну и надеюсь, что здесь будет каких-то пару почек, чтобы это дерево спасти. А сами вот эти вот верхушечки я, может быть, попробую куда-то привить. Что вот это вот за яблоня, я толком так и не узнал. Мне ее подсунули под видом руши. Ну, не только эту яблоню загрызли зайцы. Еще одна яблонька сильно пострадала в этом году от зайцев. Все верхушечки погрызаны. Но ствол, большую часть ствола удалось спасти. Грушу ноябрьскую зайцы, на удивление, не тронули. Но пострадала рядышком растущая дичка. Это какой-то подвой яблони. Пока еще не знаю, что это за подвой, какой его тип. На карликовый не похож, но я надеюсь, с него что-то еще, какие-то отводочки получить. Вот сама ноябрьская вроде чувствует себя нормально. Остальные деревца вроде бы сильно не пострадали, но на всякий случай низ ствола я укутал вот такой вот штуковиной из нетканного материала. Это обычный геотекстиль. Снега становится все больше и больше. Ну и сегодня моя задача — отвезти подарки для мышей и разложить их по территории в качестве профилактики. Лучше мышей потравить на подходах к дому, чтобы они и не погрызли деревья в саду, что гораздо опаснее, чем если их погрызут те же зайцы. Потому что зайцы грызут сверху, несколько почек может сохраниться. А вот если погрызут мыши, они обычно грызут у корня кольцом. И деревья тогда сохранить практически не удается. На удивление, зайцы не трогают черешню. Ни одна черешня у меня не пострадала, даже те маленькие, которые я посадил. А вот яблони с грушами обгрызают основательно. И вот как раз то место, где они у меня проникают на территорию. Вот здесь вот под сеточкой небольшой проход, и сегодня мне его нужно будет чем-то заделать. А вот такое вот нехитрое средство я приготовил для мышей. Перед этим я уже проводил обработку против мышей несколько раз. И на удивление в доме как минимум мышей
практически не замечал. Единственное, что на крыше какие-то гады у меня все-таки копошатся. Но на крыше там какая-то своя порода мышей. Практически без глаз такие своеобразные животные. С ними я борюсь с помощью мышеловки. Вот такая у нас зима в Харьковской области. Деревья, конечно, надо будет весной очень сильно подрезать. Работы здесь еще много. Ну и все-таки есть надежда, что у меня дойдут руки до вот этой вот ямы для рыбы. Но это уже совсем другая история. Всем спасибо.